Сейчас у нас интервал между машинами, ну, машины и объекты, полметра примерно. И когда моя задняя часть не доезжает на метр до крайней точки, которую я буду объезжать в будущем, сейчас мы видим машину, это может быть край забора, столбик, тротуар, то поворачивать руль до конца направо рано. Я его задену. То есть хвост пойдет наискосок и снесет вот этот угол. Поэтому мне нужно будет проехать на прямых колесах, как я объяснял, до краешка задним колесом вот этой машины. Вот так вот я двигаюсь на прямых колесах. Задний краешек хвостика моего подошел к габариту соседней машины. Кручу руль и прохожу с большим запасом. Мы видим, что машина делает уже окружность вокруг его габарита. Отлично. Полный видеокурс по урокам городской парковки вы можете посмотреть в мобильном приложении «Рули онлайн». Хакни жесткую реальность городских парковок. Скачай приложение прямо сейчас.